Всем привет! Сегодня у нас 21 июня. Вот начал поспевать вот такой вот персик раннего срока созревания Early Crest. Я его в том году показывал. В том году он у меня был мелковатый. Ну и в этом году тоже. То есть я так понимаю, скорее всего, очень сильно влияет подвой на размер. Что-то мне подсказывает, что этот персик я купил на подвое Pumi Select. Потому что уже сколько лет, из года в год, получаются вот плоды до 70 грамм максимум. То есть плодов много, плоды красивые, плоды очень вкусные. Я уже его перепривил на другое дерево, на другой подвой, на миндаль перепривил. То есть посмотреть, ну, у людей отличный вес, до 150 грамм некоторые плоды достигают. А у меня по 70, по 60 грамм, ну, несерьезно. Хотя персик очень ранний, очень вкусный. То есть, вот, что значит подвой? Очень многое влияет от подвоя. То есть, вот такая урожайность в этом году, 2019 год. Персик залепленный. Ой, тут у меня тень, не чуть-чуть оголенный. Но персики как бы висят. Вот со всех сторон показываю. Больше перенесся вверх этот сорт. Ну, надо перепривить его на другое дерево. И уже конкретно смотреть. Пуши, тут плоды не очень товарные. Не очень крупные, точнее. Вот такой вот плод. Где еще сорвать? Мягенькие. Вот такие вот в руке плоды. Вот такой величины. Ну, сейчас ради интереса самый крупный сорву. Взвешу, посмотрю, какой вес. Ну, вкус у них, конечно, классный, достойный. На это время. Вот он опоздал в этом году, как и абрикосы, на неделю. То есть этот персик был готов в том году 15 июня. Я уже его ел, я уже пробовал, уже был спел. В этом году, вот, начало его 21 июня. Так, вот я сорвал немножко персиков. Сейчас посмотрим, какой у них вес. 76 грамм. 69 с почти 70. Тоже 76. 66. Ну, размер маленький. Это Pumi Select. То есть не сажайте персики на Pumi Select. И размер хороший не будет на Pumi Select. Я сейчас уверен, что это Pumi Select. Который год. Плоды, блин, 50-60 грамм, елки-палки, ну 70-76 до 80. Блин, у него должен быть вес 120 грамм. С тем уходом, как я занимаюсь персиками, по-любому должен быть такой вес. Такого веса нету. За стопудово Pumi Select. Такой подвой. Так, давайте сейчас разрежем, еще попробуем, его продегустируем в этом году. Ну вот такая вот этого персика шикарная мякоть. Белая косточка. От косточки этот персик не отделяется. Очень такая ароматная, красивая мякоть. Персик ароматный, вкусный, сладкий, с кислиночкой, с легкой. Классно, еще и первый. Как бы в этом году персик, то вообще бомба. Очень советую я этот сорт. Сорт ранний, надежный, каждый год. Но единственное, когда покупаете этот сорт, купляйте его на сильно рослых подвоях. Не на карликах, не на Pumi Select. Тогда будет и вес достойный. Если купить не на карлике, будет такой вот у вас вес. Слабенький. 60-70 грамм в лучшем случае. Так, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Не забывайте подписываться на канал.